осенний день. Мы пришли на прогулки. Да, Доська? Пошли. Гуляем, листва уже сыпется с клёном. Осень пришла. Желтая, золотая. Еще теплые денечки, хорошо. Есть возможность гулять. У нас недавно приключилась неприятная ситуация с Доськой. Гуляли мы в нашем лесу, в парке, в парковой зоне. И там на нас напала собака. Я Доську за шлейку поддернула на руки и спрятала. А собака меня за ногу укусила. Хорошо, что не прокусила. Джинсы плотные были. Поэтому обошлось синяком. Неприятным синяком, болит до сих пор. Вот, так что я теперь боюсь гулять с ней. А самое обидное, что мы никого не трогали. Спешили домой, потому что уже вечер был, уже темнело. И вот так на нас напали неприятно. Собака была с хозяйкой. Но хозяйка отвлеклась и не успела за этими событиями. Неприятная, в общем, ситуация. Ну, главное, что не Доську, потому что если бы эта собака схватилась бы за Доську, то думаю, что не так все хорошо могло закончиться. Вот, и так всего синяк и неприятные ощущения. Самое еще обидное, что это был кобель. Как он мог напасть на сучку, непонятно для меня, если честно. Что там Доська? Полезала, свое письмо оставила. Все. Обмен информацией произошел. Почитали чужую информацию, оставили свою. Ну, сейчас на Досю еще вороны нападут. Ворона с размером с нашу Досю. Вот так вот улетела. Да, вот так и чирикает. Квакает. Да, не каркает. О, смотрите, смотрите, она решила напасть на Доську. Не хватало нам. Недавно собака была тут еще ворона. Да, Дося. Ты хоть гавкни, а то они думают, что тут и мышь, а не собака. Для разнообразия хоть залай, чтобы они поняли, что ты собака, а не мышка. Белая. Мышь белая. Доська здесь впервые. Для меня это новые места. Все интересно. Дося у нас поросенок хрюкает, слышите как? Деловая колбаса. Вот так чхатину на всех хотела. Вот так, вот так. Прилетела наша девочка к нам, да, Досечка? Что, на ручки просишься? Нравится тебе гулять, да? Еще пока последние теплые денечки, можно гулять. А то все время времени не хватает вам поснимать Доську нашу, показать. Вот, видео стали выходить на канале реже. Вот, если кому интересно, подписывайтесь на наш канал. Заходите к нам в гости. Будем стараться делиться с вами нашими повседневными днями с Досей. Там вот новый мальчик. Сейчас я попробую Доську придержать, а то она побежит знакомиться. Надеюсь, они не подерутся. Но главное, что размер одинаковый. Так, главное, чтобы сейчас Досю нас не оплодотворили. Вот так вот. Вы видите, какая у них такая любовь. То есть не заигрывай. Так, она мне шлейку таскает и переживает, что то. Вот так ты заигрывала, да? Вот так ты заигрывала. Какой мальчик хороший, да? Да, вот такой мальчишка с тобой играл, да? Тебе понравилось, да, Доська? Хороший мальчик, да, хороший. Да. О, так вот, воспитательный момент, да, 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 да. Дося, кто там? Кто там, Доська?
Пошли. Куда пойдем? Вот так. Чтобы не приставал, да? Да. Отстань, называется, да? Ну вот, все, спугнула кавалера. Сегодня у нас день выборов. Придумали каких-то этих дополнительных 5 вопросов. Какой-то полный идиотизм. Посмотрите, какая красота. Какая удивительная природа. Какой интересный пин. Тося любительница погулять. Нюхает. В туалет мы уже давно сходили. А это она ищет чужие следы и оставляет свои письма счастья. Что-то там уже нашла. Тося на спортивную площадочку. Вот такая чудная конструкция большая и вот такое интересное поле футбольное с искусственной травкой. Очень удобно. Любой сезон и красота. И падать удобнее. И мягче, и не краситься, как зеленая травка. А мы пошли подальше. Дося, чем бы еще заняться, Дося? Доська, чем еще заняться? Скучно, да? Сниматься Дося не любит. Да, Дося? Не любит Дося сниматься. Что сделаешь? Вот такой чудный у нас сегодня осенний денечек. Желтая листва, красота. Теплые денечки солнечные, да, Досенька? Дося, а где кошка была? А собачка где? Где собачка? Где мальчик был? Где был красивый мальчик, Дося? Сердится, что я ее не отпускаю. Я после этого случая, недавнего, который был на днях, позавчера, уже боюсь. У меня еще нога болит, я еще помню этот неприятный. Неприятные ощущения, неприятный инцидент, поэтому желания отпускать ее нету. Вдруг опять какая-то. Вот тогда, благодаря тому, что она была на шлейке, очень спасло. Потому что если бы он хватил не мою ногу, а ее, то боюсь, что он бы ее мог разорвать. Мне жальче ее, чем свою ногу на самом деле. Потому что у меня джинсы, которые меня защитили. У меня такая же джинсовая шлейка тоже. Если бы он за попинец укусил, то мог бы и позвоночник ей повредить. Поэтому она в баню. А у меня синяки пройдут, ничего страшного. Ну, в любом случае, ситуация неприятная. Ну что, всем рады, кто досмотрел видео до конца. Тоська уже ушла по своим делам. Так что я буду заканчивать видео. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, если не подписались. То есть он мне уже руку вытягивает, пытается затянуть меня дальше, чем хватает длинной рулетки. Он вырывает прямо из рук рулетку, как бурлак на Волге. Ну все, всем пока-пока. А то сейчас Дося мне руку оторвет. Доська, не рви мне руку, иди сюда, говорят, кому. О, у меня еще и шлейка растянула, сейчас пошла ее застегивать.